Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать креветочки с чесноком. Получается очень вкусно, быстро и просто. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Итак, нам понадобятся креветочки, конечно же, сами, чеснок, соль, перец черный острый, перец душистый горошком и сливочное масло. Чеснок нарезаем довольно-таки крупными кусочками. На разогретую сковороду опускаем сливочное масло. В масло добавляем чеснок и перец и душистый, и острый. И обжариваем чесночок в течение 1 минуточки. Чесночок зажаривается, уже пошел обалденный чесночный аромат. Теперь засыпаем креветки и жарим на сильном огне 4-5 минут. Не забываем периодически помешивать и обязательно подсаливаем. Если у вас креветки сильно заморожены или много льда, просто увеличьте время жарки. Креветочки готовы. Снимаем с огня. Креветочки готовы. Запах стоит просто замечательный. Всем желаю приятного аппетита, всего самого лучшего и успехов вам во всем.